Мы собрались, как бы ждем главу нашего клана, а главы-то и нет. Я же говорил тебе, Тони, что он здорово, здорово меняется. С тобой какой-то как стал более сообразительней, а вот глава клана у нас куда-то потерялся. Покушать он пошел, что ты завихаешь человеку? Я. Кто сначала? Я сообразительный. Хватит там чавкать, выйдите, пожалуйста, к нам. Вы уверены, вот сейчас не пошутили, правда? Я сообразительный. Я сообразительный. Роберто, конечно же, ты самый сообразительный. Не надо ты только. Две. Три. Три. Ну что же. Доскочи! Я предлагаю вам достаточно интересную мысль. Знаете, что можно сделать? Вот смотрите. Сейчас вот Нового года у нас нет. Вот он прошел, кончился. Давайте все хором позовем Дона Санчелло. Простите, опоздал. Были важные поставки, никак не мог их пропустить. Так вот, я собрал вас всех сегодня, в этом месте, сегодня и сейчас, по очень важному вопросу. Для нашей семьи настали тяжелые времена, и нам, как никогда раньше, нужно держаться вместе. Ведь семья, как вы уже знаете, это святое. Дон, вы, по-моему, сегодня уже повторяетесь. Или у меня дежавю? Милый, дай папочке договориться. Минуточку, Дон Санчелло, о чем это? Ну, господи, ну, хоть и в пруду крупной рыбой быть скучно, нужно прыгать дальше в океан. Мы уже как-то прыгнули в океан, став фестивалем, который кочует по городам. Но на сегодняшний день нам кажется, что пришло время двигаться дальше. Мы испили этот город до дна. И теперь, мне кажется, пришло время навсегда уехать в город Новосибирск. Ничего себе! Да, это весьма смелое решение, Дон Санчелло. Весьма. Я многому научился за этот период у своего сына Роберто. Эй, ничего не научился, я дурак. Эх, сынок, сынок. Ну что же, Роберто, можем пора уже паковать наши вещи и заканчивать дела. Конечно. А перед тем, как мы начнем паковать,